Мы мечтали с Брэндоном, хорошо бы, чтобы женский голос у нас появился. Какая-нибудь девушка такая, молодая, красивая, симпатичная. Вот, чтобы все-таки не только мужская энергия была. И вы знаете, да, мы познакомились. В общем, молодая девушка, хороший голос такой оказался. И мы песню одну придумали. Вот мы хотим показать вам сейчас ее. По-моему, со смыслом. Чтобы петь песни со смыслом, нужно иметь дар, талант. Бессмыслицу может петь каждый. И вот эта молодая девушка, по-моему, справилась с этим, потому что она сказала так: да, это же о несчастной современной доле женщины молодой. И она говорит: я это все чувствую, понимаю. И вот я хочу ее пригласить на сцену и сам посижу здесь, послушаю, как это все, я волнуюсь, потому что это о женской доле. То есть про нас, мужиков, вся правда будет. И я приглашаю ее на сцену. Вы уж как-то встретите тепло. Это премьера песни, она волнуется. Ладно, будьте добры. Ну, сейчас, да, пожалуйста. Заявил мне в лоб: раз ты домоседушка, вот тебе лаптоп. На него копил 7 лет, подключил Wi-Fi. Раз парней в деревне нет, жениха ищи в онлайн. Стала я в сети гулять, модный ник взяла. Кто-то начал смайлы слать, кто-то как дела. Режиссер с бородкою предложил мне роль, обозвал уродкою улыбающийся тролль. Шестую чашку чая у монитора пью, опять зарю встречая любовь ищу свою. Ой, горе мое, горе, интернетушка, интернет, парней мне пишет море, дарил букет виртуальных роз. Мне какой-то мелкий шкет, жаль, но не дорос. Пригласил другой в Реал, встретилась с ним. Брэда Питта фотки слал, а явился мистер Бин. Ночью бизнесмен лайки ставил мне, я ж поставила взамен лайк его жене. Всех милей был Севушка кубиками пресс. Жаль, не только к девушкам у него был интерес. Седьмую чашку чая у монитора пью, опять зарю встречая, любовь ищу свою. Ой, горе мое, горе, интернетушка, интернет, парней мне пишет море, а жениха все нет. Звал меня в Мадрид на
груди дремучий лес, южный колорит. Ждал меня в реале шок, Педро мне солгал. Оказалось, он Ашот, да еще и нелегал. Восьмую чашку чая у монитора пью, опять царю встречая, любовь ищу свою. Ой, горе мое, горе, интернетушка, интернет, парней не пишет море, а жениха все нет. Нет, 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 а жениха все нет. Нет, 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 а жениха все нет. Сати Казанова! Брэндон Стоун и идейный наш вдохновитель, создавакшн и режиссер Михаил Николаевич Задорнов. Премьера песни. Не формат!